На торжественное собрание пригласили тренеров и ветеранов спорта. Глава города Анатолий Пахомов вручил сотрудникам отрасли благодарственные письма. Целому ряду тренеров присвоили почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта города Сочи». В их числе и Петр Вальков. В спорте он 55 лет. Все время с детьми, все время пытаешься поставить их на ноги, чтобы они были здоровыми, веселыми, радостными, бодрыми, конечно. В прошлом году на международной конвенции спорта «Корт» Сочи получил престижную премию «Самый спортивный город мира». Сегодня спортом в Сочи занимается более 40% горожан. Для этого в городе есть все возможности. 763 спортсооружения, включая олимпийские объекты, бассейны, стадионы, спортивные школы, залы и открытые площадки. Спорт – это труд. Это труд во имя здоровья. Это труд во имя мира. 60% детей, они, в общем-то, активно занимаются спортом, любят спорт, и это победа. Конечно, это все стало возможным после Олимпиады, когда появилась и материально-техническая база, и когда, в общем-то, мотивация поменялась. Мотивируют ребят приходить в секции крупнейшие чемпионаты, которые принимает город. Пропаганда здорового образа жизни – основная задача руководства курорта, отметил Анатолий Пахомов. И главная цель – это развитие на курорте массового спорта, дворового спорта пешей доступности.